это имба! Что? Новый уровень, имба! Что же мне выпадет? Мать моя женщина, что? Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе. Прямо сегодня будет ваша самая любимая рубрика. А именно, что же я получу за 1000 киллов во всех новых режимах с обновления 0.30.0. Это будет нереально крутое видео, поэтому, ребятки, прямо в эту секунду прожмите огромнейший лайк. Обязательно подпишитесь на мой канал, потому что прямо сегодня я хочу выбить какие-то очень крутые скины. Ну что же, а мы приступаем к режиму номер один. И первый режим это будет, ребятки, дуэль 2 на 2. Погнали в каточку. Ну что же, ребятки, спустя миллиард подписчиков я смог найти моих подписчиков. Ура! Как же это круто! Слушай, а чем такие большие руки? Надо поменять вид рук на классический. Короче, братва, что вам надо делать? Диланчик и симпл. Ваша задача крайне проста. Вы просто бежите ко мне и сливаетесь. Пацаны, быстрее, быстрее, быстрее. Я если что, бегу. Вот я с авапой. С авапой. Сюда, сюда! Сюда! Пацаны! О, мой тиммейт вообще ФК стоит! Прикиньте, идеально! Да, брат, не бегай! Так, ну что же, еще 3 победы, и мы что-то получим. Надеюсь, блин, прикиньте, неймлесс скин выпадет или еще что-то такое. Как же это было бы круто! Ай-яй-яй-яй! Очень, кстати, обидно, что разрабы не добавили в режим дуэль 2 на 2 новые карты Rust. Я бы, ребятки, с радостью на Rust'е понял бы! Ну вы понимаете, о чем я, да? Так, ну что же, ребят, привет! Опа, раз, опа, два. Слушайте, 7-0, обалдеть! У меня, чтобы понимали, 28 очков. А, кстати, да, не обращайте внимания на мой пинг, это все из-за того, что мы играем на регионе Гонконг, чтобы хоть как-то заснайпиться против подписчиков, потому что игроков очень много, и это сделать реально очень тяжело. Ну чё, пацаны, внимательно смотрим, и что же мы получили с такую великолепнейшую игру в режиме дуэль 2 на 2. И, ну да, тут не 1000 килов, тут 16 килов, и мы получили, леди и джентльмены, мы получили... Оу, это имба! А что выпадет, как думаете? Как доказывать, что выпадет-то? А ну-ка, а ну-ка! 8 серебра, чего? Так, давайте карту пул выбираем. Ребят, ну что же, встретимся в каточке номер 2. Ну что, ребята, а вот она, каточка номер 2. И в этой каточке я решил всех мочить при помощи пушечки. Потому что когда я всех мочил при помощи керголта, я получил... Что я получил? Я получил в рот! А нам, ребятки, в рот не надо! Нам надо, ребят, вот какие-то призы. Желательно какие-то крутые скины. Ох, ребята, первый раунд, пошла жара по трубам. Чиназы, пацаны, здорово. Просто вот так, минус 2, ребята, легчайший для величайшего, тупо наказали голимых нубов. Так, третий раунд, тут мы уже на ножичках. Найс. Ребята, четвертый раунд за нами. Мы, ребята, все ближе и ближе находимся к последнему, финальному раунду, и мы узнаем, что же мы получим. Мне очень интересно, что я получу. А прикиньте, выпить какой-то новый скин. Или еще что-то прикольное. Так, привет, родной ты мой. Привет, братик. Опа! Кто тут папа? Кто вообще РСКД вышел, а? Давайте. Надеюсь, меня не забанят. Я очень сильно на это надеюсь. Так, ребятки, ну что же, осталось буквально 2 финальных раунда. И кто там пишет, что я Пепа? Ребята, за такие шуточки, за бах промежуточки. Так, и что же я получу? Мне очень интересно. Что же прямо сейчас мне выпадет? А ну-ка. Ну, к сожалению, ребятки, ничего хорошего мне не выпало. Ну, а прямо сейчас мы перемещаемся в режим номер 2. И этот режим будет называться дуэль. Ну а прямо сейчас, ребятки, мы переместимся в режим дуэль. Мне очень интересно посмотреть, что же мы получим за этот режим, потому что этот режим уже считается как режим ММА, потому что с ним мы получаем ММР, поэтому вероятность выбить какой-то крутой скин, я уверен, тут очень-очень высока. И самое интересное, у меня прямо сейчас сыгранных 7 каток, это 7 побед подряд. Прямо сейчас я еще трижды заснайплюсь с подписчиками, и мы посмотрим, во-первых, какое звание получу, во-вторых, что я получу за 10 побед! Погнали проверять. Ну а прямо сейчас, как видите, мы, ребятки, уже в каточке. Пожелайте нам удачи, а мы стартуем! И против меня попался мой подписчик. Ура, мне повезло! Братанчик, давай, давай, двигай телом, зажигай. Опа! Опа! 1-0 сюда, на базу! Ребята, как вы думаете, какой ранг я получу? Напишите прямо сейчас в комментариях.
Я надеюсь, ну я минимум буду, ну минимум каким-то фениксом. Это как минимум. А лучше, ребятки, даже не фениксом, а лучше, ну лучше там каким-то мастером. Ну блин, ну 10 побед это не так-то и мало, между прочим. Так, ребят, поехали. Оп, давай, родненький домой, 3-0. Сюда на базу, хорошо-то как. Ай, красота-то какая. Ну что же, прямо сейчас мы находимся в последнем финальном раунде. И я хочу сделать такой жесточайший килл и... И я, ребятки, завершил еще одну карточку в режиме дуэли, конечно же, моей победой. Притом не просто победа, а 8-0 победа, представьте! Ох, как же мне интересно посмотреть, что же я прямо сейчас получу. Внимательно смотрим и... Минуточку внимания, и мы получаем Леди и Джентльменс. Оно все зависло. То все зависло, мы отвечаем. Походу игра думаешь, софтер. А, все, все, так вот быстро. Всего лишь 300 опыта, вы видели, как я играл. Всего лишь 40 монет. Не, ну это тупо какое-то неуважение. Ну ладно, ребят, мы не расстраиваемся. Самое главное посмотреть, какое звание я получу. Ну что же, а прямо сейчас мы перемещаемся в каточку номер 2. Братва, сейчас 2 часа ночи, и я проснулся, чтобы вам сказать очень важную новость. То, что на булдропчике вышло обновление! А именно, на булдропчик добавили хомяка, которого ты можешь тапать и получать халявные скины. Также мегалодон, не надо про него забывать. Бей мегалодона и получай халявные скины. И это не все. Также добавили новую коллекцию касиков. И, братик, я для тебя подготовил подарочки. Первый подарочек на бесплатный сыночок. Второй на бесплатную энергию. А третий на дополнительный процентик. Блин, ребят, плохие новости, против меня попался рандом, чекайте, и у него одни победы. Походу, это будет первый мой проигрыш. У меня вообще подозрение, что он софтер какой-то. Обалдеть. О, обалдеть! Братва, прикиньте, это против меня рандом, и он просто так согласился мне слить, потому что он узнал, что я кент ПК. Обалдеть! Какой же он хороший человек. Давайте все передадим. Мангана ты топ, братан! Братан, ты просто лучший! Спасибо большое! Просто представьте, это была бы такая руина, если бы я сейчас слил бы эту катку. Фух, братва, как же рад, как же рад. Так, я же надеюсь. Он понял, что надо слить не один раунд, а всю игру. Так. Все, 3 раунда забрали, ура! Фу, как же рад. Блин, так приятно, этот чел написал 3 года назад, смотрел тебя, ха-ха! Ох, ребята, как же это кайфово, когда против меня попался рандом, но он адекватный! Он мне еще пишет, а что ты забыл в регионе Гонконг? Братан, просто лучший 5-0, ура! Ребята, это просто, это легендарное видео, понимаете? Я очень надеюсь, что я получу что-то крутое. Он пишет, первое поражение будет. Он пишет, первое поражение будет. Он пишет, я чела из КД-78 выиграл. Я чуть не получил, про поражение написал. Не, брат, мне поражение не надо! Обалдеть, чуть-чуть, я не знаю, чуть какой-то чел максимально странный. Давайте все напишем, хэштег, Мангана, ты топ в чате, вот так. Все, найсик, найсик, все, ребят, ну, я думаю, тут уже без вариантов, я по-любому прямо сейчас его выиграю. Ох, и следующая катка будет самая крутая, потому что она уже будет редфинальная, и мы узнаем, что же я получу за 10 побед. Только не говорите, что он начал играть и сейчас будет камбэчить. Братан, все, все, нормально, ура, ура, Мангана, красава. Все, братва, это победа, 8-0, мы это сделали! Ох, Мангана просто красавчик. Ребята, 9 из 10. Да, 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 еще раз. Да! Ну что же, давайте посмотрим. А что же я получу? Так, как вы думаете, ребят, что же я получу, а? Внимательно смотрим. Внимательно, внимательно. Так, ну пожалуйста, можно мне хотя бы фрагмент бокса, утяжитель или приз? Давайте напишу, ты топ. Он говорит, у него минус 59, ты топ. Ну а я, ребята, получил 30 серебра. И прямо сейчас мы перемещаемся в финальную 3-ю катку. Погнали! И наша последняя финальная каточка. И да, ребятки, тут мне попался подписчик. Ура, ура, ура! Как же мне интересно, ребята, 10 каток без поражений. Во всех катках я выиграл 8-0. И что же я получу? Как вы думаете? Напишите прямо сейчас в комментариях. Ну что же, погнали смотреть. Что же я получаю? Какое звание? Голд 1!
Мы чем с вами? Обалдеть, не встать! Что мне еще тут, кроме Gold 1? Спасибо вам, я так старался, 10 кат выиграл, Gold 1 дали. Вы еще дали бронзу 3. Так, а что на выпаде? Ну можно какой-то Nameless скин, пожалуйста. Пожалуйста, Nameless скин надо какой-то. Так, внимательно, ребятки, смотрим. Что же мне выпадает? О! Так, так, так. Что? Я не верю моим глазам. Обалдеть, да. Блин, это просто... Это сон. Как же рад, обалдеть. Ну что же, ребятки, а прямо сейчас мы перемещаемся в режим номер 3. Ну а третий наш режим — это бой на хаешках. И в нем нам будет запуститься тяжелее всего. Ну а мы, ребятки, это сделаем. Поэтому погнали в каточку. Ребята, это было нереально сложно. Мы потратили более 30 попыток. Но мы заснайпились. Так, все, поехали, пацаны. А вот теперь мы будем играть. И я сейчас буду всех мочить. Ура! Ребятки, я буду вас просто вот так ставить все маслины. Ребят, давайте ближе к вам подойду, слушайте. О, ближе к вам подойду, так будет еще круче. Обалдеть. 64 кило, 65 кило. Что мы с вами творим? Это невозможно. 75 кило, просто представьте. Я не верю в то, что это все правда. Блин! Я сам себя хаешку кинул, что за дичь? Давайте 100 кило сделаем. Хочу сделать 100 кило. Давай, 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 быстрее, 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 ребятки. Просто вы лучше. Так, за нас зашел один рандом, это Вейрон. Видите, я такой, да я опять себя брованул. Ядрить, колотить себя за ногу. Что ж, я такой нуб. Чел пишет, Кента ПК, можно с вами. Ребята, пишите ему, что у нас сейчас съемка. Просто какой-то рандом зашел и пишет, Кента ПК, можно с вами. Я в шоке. Так, ребят, 101 килл, да! Да, 104. Быстрее, 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 быстрее. Все бежим, все бежим, все бежим. Давай, братанчик, давай, 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 давай. Ой, имба, имба, имба. Ребята, это невозможно. 107 килло. Что же? Прямо сейчас я получу. Внимательно смотрим. И я получаю. А ну-ка. Что мне дадут? Что мне дадут? Что мне дадут? А ну-ка. 530 опыта. Хорошо. Хорошо, хорошо. И все. Это что за обдиралка, ребята? Камон. А что так мало? Я, конечно, все понимаю. Ну, как будто попахи каким-то кидаловым. Ну, короче, ребята, что я могу вам сказать? В принципе, вот такое вот вышло аккуратненькое видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Обязательно прожмите лайкусик. Обязательно. Подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Но если хотите получить бесплатно 5000 голдишки, переходи, подписывайся на мой ТГ, я их там разыгрываю. И сегодня будет стрим на Твиче, ссылочка в описании. Всем удачи и всем пока-пока!